Добрый вечер, гости моего канала. Сегодня я хотела поделиться с вами своими цветочками. Вот это у меня первый цветочек. Это тещин язык. Так говорят в народе уж. Это у меня кувшинка. Она большая была. Вот у нее цветочки вот такие. Жирненькая, красивая. Это папоротник. Такой вот. Что-то погибать, что ли, начал. Вроде жирный был. Ну, нормально, меня уж радует все равно. Это мята домашняя. Она очень пахнет прям. Такой аромат стоит. Вот этот цветок я название не помню. Очень уж мне она нравится. Она очень красиво цветет. Вот тут на кончиках набирает бутоны. Очень красивый. Это вот тоже из семейства плющевых. Такой желтой каемкой. Красивый. Мне нравится тоже. Богатый такой. Вот это юбка. У меня тоже был очень большой. Где-то 1,5 метра. Этот мужское счастье. Цветочек. Этот цветок тоже мне нравится. Он только вот недавно зацвел. Типа подснежника. Там вон у меня орхидеи. Они отцвели. Вот. Это у меня гипераструм. Тоже скоро бутон даст. Стрелку оттуда выйдет. Тут уже тещин язык. Это женское счастье. Цветочек. Это тут у меня пеларгония была очень. Королевский герань. Она цвела, я вон зачеренковала. Это алоэ. Домашний лекарь. Вот спасает меня иногда. Тут у меня глоксиня сидит, что-то тоненькое, больно. Что-то не хватает. Если вам понравились мои цветочки, заходите на мой канал и пишите комментарии.